Сегодня, 1 ноября 2017 года, в Армянской апостольской церкви постный день. Пост – это всегда время покаяния. Посмотрите, как в сегодняшнем чтении Евангелия от Луки в 7 главе с 36 по 48 стихи показывается изумительная ситуация, когда наш Господь Иисус Христос был в гостях у фарисея по имени Симон, и тогда пришла некая блудница и стала позади ног Господа. И, как говорит Евангелие, она, плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги его и мазала миром. Евангелие от Луки, 7 глава, 38 стих. Посмотрите на состояние этой грешницы. Она всеми презираемая и поносимая, но полна тоски по чистоте и желает преклониться перед Господом. Такое ее состояние получило оправдание от Господа. Посмотрите теперь на состояние Симона. Он считал себя праведным, не преклонялся даже перед величайшим чудотворцем. Таково было сердце фарисея. Взгляните, как отсутствие смирения препятствует фарисею к духовному преуспеянию. В то время как падшая в тяжкие грехи блудница с горящей ревностью и в сокрушении духа приносит свое покаяние. Так и мы. Если не будем считать свои грехи малыми, незначительными, если будем видеть непрестанно свой грех и оплакивать его перед Богом, то это привлечет приятный взор Господа, и тогда получим отпущение нашим грехам. Симон видит недостатки других, осуждает их, а свое спасение связывает со своими небольшими добрыми делами. Так не должно быть у нас. Для нас самыми грешными людьми должны быть мы. И тогда услышим слова Господа: «Прощаются тебе грехи». Евангелие от Луки, 7 глава, 48 стих. Дай Бог вам доброго утра, возлюбленные братья и сестры. Поделитесь этой записью, если она вам понравилась и оказалась душеполезной, чтобы она и другим людям оказалась полезной.